Здравствуйте, дорогие зрители! Мы приехали в бесплатную кладовую. Сегодня у меня продукты. Погода прекрасная. Вот тут, в этом организации, мы взяли бесплатные продукты. Сейчас вам покажу, что дали сегодня. Только что открыла багажник. Так, что у нас сегодня? Яйца 12 штук. Одна штука с трещиной. Что-то, наверное, сверху упало. Так, хорошо. Эти, знаете, сладенькие булочки, они в два ряда дали. И с маслом, и с вареньем, не знаю, с медом, чем угодно можно кушать. Они такие чуть-чуть сладенькие, очень мягкие. Они не плотные. Что еще? Вы смотрите, у нас тут пирожное наше любимое. Такие пирожные в Костко продаются. Знаете, друзья, вот это вот что означает? Это чтобы в магазине вдруг кто-то пойдет, якобы чека нету, я у вас купила, мол, да, будете претензии делать, вернуть этот товар, чтобы там понятно было сразу, ну, чтобы не могли вернуть товар. А она не стирается. Она стирается, но отметка останется. В том смысле, я говорю. Так, хорошо. Это мы всегда любили и покупаем такое пирожное. Оно очень мягкое. Посмотрите, крем какой хорошенький. Хорошо, куда положить? Вот так вот положу. Что еще? Сегодня хороший фудбанк. Вы смотрите. Очень классный хлеб дали. Очень. Сверху как мука, чуть-чуть мягкий. На тостер пойдет. Такой мягенький, знаете. Тоже тип булочек, что ли. Ни разу не покупала такое, как бы. Мы любим более плотный хлеб, например, вот такой вот. Такая более плотная булочка. 6 штук вижу. В магазине Вонс продавалась. По скидке $1.99 было, потом раздали. Так, хорошо. Что еще? Два маленьких сока вижу на данный момент. Органические пишут. Очень хорошо, что их дали. Очень хорошо. Они, знаете, какие лепешечки такие, как это? Этот, как армянский лаваш. Якобы, но это не лаваш. Это, ну, все что угодно кладешь и заворачиваешь. Трубочку, как шаверма делаешь. Лепешки для шавермы, наверное, вот так скажем. Очень хорошо, что там. Опа, опа! Что это падает? Смотрите, друзья. Какой тяжелый, даже не могу управлять. 1 килограмм 360 грамм брокколи. Посмотрите. Очень хорошие. Не знаю. Магазин не уточняется. И не важно, нам же оно бесплатно досталось. Правильно, друзья? Да. Ой, ой, посмотрите, Биби. И в виде этих динозавриков, разных животных еще, да, вижу, вот это вот носорог, что ли. Эти наггетсы. Вот они, вот так выглядят. Сейчас. Ай, не могу достать. Вот так они выглядят. Вот. Наггетсы замороженные. Прям. Хорошо. Что еще? Ой, вертолет летит, подождите. Так, продолжим. Эти, сейчас скажу я вам. Что я вам скажу? Крылышек, вот эти вот, короче, вот такие вот вещи. Не поняла. Две части показывают, но на самом деле там тоже две части показывают. Плотные. Ой, вот, еще есть. Это другие. Это ножки. Чистые ножки. Какой вес? 4,58 лб. Около 2 килограмм. Ну, пускай будет 1,9 кг. Вот в этом пакете. Видите, замороженное. Так, что еще? Тут килограмм. 130 грамм. 2,5 лбу пишут.
А там что, сколько было? 4,58 ЛБ. Хорошо, неважно. Я просто показываю то, что дают бесплатно. Это замороженная клубника, наверное, с страубери. Ага, клубника. Такая пюрешка из клубники. Знаете, чистая клубника внутри замороженная. Только вот. Так, две штуки. Три. 4, 5, 6 штук. Вижу два шоколада. Такие порошки, знаете, которые какао сделаем. Несле шоколад в стакане можно горячим. Вижу 2% галлон молока, витамин A и D. Три витамина пишут. 3 литра 780 грамм. Почти 4 литра молока в этом галлоне. Канистр. Так, подождите. Мне пришлось закинуть сюда. Что мне тут приготовили? О, пакет с этими. Скажите мне, с чем? Цукини. Кабачки. Вот вспомнила. Желтые и зелененькие. Да, не первой свежести, но нож с нами. Нож умеет свои дела четко делать. Так, еще есть пакеты. Не знаю, что тут. Теперь знаю. Солнце очень-очень смотрит, горит прямо. Смотрите, уже тепло стало. То, что я тут стояла, я еще по телефону разговаривала с родственниками, и пришлось стоять. Так, это шпинат. Листья. Это только шпинат, я вижу. Очень хорошие, качественные. Так, 680 грамм. Органический шпинат пишут. Что тут еще? Салатные листья. Все время забываю, как называются эти салатные листья. Кто-нибудь знает? Напишите, пожалуйста. Или я до следующего раза узнаю, но все равно, наверное, забуду. Неважно. Смотрите, что. Что? Брокколи Слав пишет. Качан брокколи, что ли? Вообще не поняла. Машина проезжает сейчас. Тесла проехала. Органический брокколи. Короче, вот это вот брокколи через этот пропустили. Бывают такие плотные места у них. Короче, хорошо. Смотрите, что у нас еще. 2 авокадо. Прямо сегодня, завтра нужно кушать. На самом деле, такие, смотрите, мягкие. Пусть здесь будет. Зеленая фасоль. Прямо вот у меня тоже есть маленькая пачка зеленой фасоли. И далее плюс. Я покупала на днях. Лень было с него что-то приготовить, но в магазине захотелось купить. Так, хорошо. 1 перец. Из Мексики пишут. Ну, органический. Ну, как мы называем, такой болгарский сладкий перец. Название для нас тогда же было всегда. Так, что еще? О, она открытая. Как раз мне тоже удобно будет вам показывать. Картофеля у нас сегодня. Не знаю, сколько штук. 6 штук картошки. Так, что еще? Помидорчики. Не знаю, сколько штук. 2 луковицы. И 1 сладкая желтая картошечка. Вот так вот помидорчики выглядят. Они очень хорошие. Очень хорошие. Так, хорошо, давайте откроем этот пакет. А тут, друзья, что мы видим? Виноград видим. Виноград. Белый виноград. Да, 1, 2, 3 штуки испорченных вижу. Всегда так и бывает. В магазине, когда покупаешь, тоже они так бывают. Мы не купили, друзья. Мы бесплатно получили. Но вот это вот, да. Нужно будет... Как думаете? Очень сильно пахнет. Съедобно? Ну, если помыть, потом видно будет. Они этот... Один начинает стекать и как бы всех портит потом, да? Так, хорошо, смотрите, хурма. 2-я хурма. Они хорошенькие, сладенькие, знаете, но такие твердые. Что еще? 1 лимон у нас. Зеленое яблочко вижу.
Два красненьких, можно если их так назвать. Один большой и один маленький размер. Хорошо. Друзья, хотите, чтобы я там открывалась? Знаете, что тут? Давайте я сверху покажу вам. Салат, бекон какой-то. Это несъедобная вещь. Консервы. Вот консервы тут, видите? Оливки черные. Бульон какой-то. Один роллтон достался нам. Один роллтон. Томатная паста. Вот такие вещи. Там консервы. Не буду. Если вы хотите, какие консервы бывают, захотите мои на другие видео, кто впервые смотрит, посмотрите там. Не хочу открывать этот пакет даже. Ну вот показать. А рис тоже есть, извиняюсь. Рис пачка вижу. Ну, я думаю, какая-то организация приготовила и отдала. Это тоже добавила другая организация. Сейчас открою для вас. Друзья, тут, как в моем прошлом видео, я чувствую, это просто одна организация раздает другим организациям, чтобы потом нам раздавали. Такой же набор. Тоже заходите на мое другое видео и смотрите, какой набор там будет прячется. Это мы, может... Нет, не может. А поедем на выходных этим уток кормить. Обычно, когда утки кормлю, я даю такие вещи. Так вот, друзья. Так что вот такие вот дела у нас. Вроде все показала. Надеюсь, вам не слишком скучно было сегодня смотреть. Погода, повторюсь, у нас прекрасная. Готовятся к Новому году. Рождеству, точнее, здесь готовятся. Вечером, друзья, такая красота по улицам. Такая красота. Прямо через одного дома или подряд дома все делают. Всю красоту, короче, навели. Просто необъяснимо. Вот эти навесы, у них тоже эти гирлянды везде. Просто красота неописуемая просто. Хорошо, друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки мне, там колокольчики. Вы же у меня очень умные, все знаете. Но хочу напоминать еще раз. Пожалуйста, ставьте лайки. Пишите мне, какие-то вопросы могут быть у вас, да, может есть. Если смогу, дам ответ. Спасибо. Обнимашки. Пока-пока.